Знаєте, шановні друзі, іноді так хочеться опинитися, що називається, в епіцентрі бурхливих подій нашого життя. Не хочеться сидіти вдома, розумієш? І не поэтому ти притащив мене в торговий центр? Ну, звичайно, хочеться вийти до людей, посидіти поруч з ними. Ну, не за одним столиком, звичайно, але десь. Випити чаю, щось купити собі. Зрештою, це прекрасно. А? Це дійсно прекрасно. Спочатку я думала на тебе обидеться, а потім знаєш, о чому подумала? Ну? Во-первых, здесь нет снега. Так. Во-вторых, люди здесь не в пуховиках, так, а даже снимают верхнюю одежду. Здесь весело, друзья. Музыка играет, люди улыбаются, покупки опять-таки. И вот, власно, и мы серед цього веселья життя. Шановні друзі, це програма «Снов», Настя Дмитрова. І традиційно слідкуйте за найкращими пропозиціями нашого міста разом з нами. Объясняю, это не только более 50 видов блинов, но и все прелести украинской кухни. А еще есть приятная новость для молодых мам. Для самых маленьких здесь, в ресторане блинов, открыта специальная обучающая школа. Для тех, у кого дети очень хотят научиться готовить, но вам, дорогие мамы, жалко кухни, и я вас понимаю, приводите своих детей сюда, в ресторан блинов. И квалифицированные повара научат их готовить не только блинчики, а еще и вареники, и пиццу. Дорогой, ты готов? Пойдем? Пошли. Ресторан «Блинов», который находится на втором этаже торгово-развлекательного центра «Караван», приглашает всех желающих отведать вкусные блинчики в атмосфере тепла и домашнего уюта. В «Блинов» есть блинчики на любой вкус, от традиционных до самых изысканных. Также хотелось бы напомнить, что в ресторане «Блинов» работает кулинарная школа для самых маленьких посетителей. Это значит, что по индивидуальному заказу шеф-повар ресторана может научить вашего ребенка готовить различные блюда. Ассортимент блюд полностью зависит от вашего желания. Это могут быть сладкие блины или сытные с мясной начинкой, вареники или пицца. А может быть и несколько наименований. Ресторан «Блинов» ждет вас и ваших близких на втором этаже торгово-развлекательного центра «Караван» возле катка. Некоторые люди, например, ну, любят Францию. Я люблю Францию. Да, а некоторые, между прочим, тяготеют Америкой. Ну, цены я. А вот что касается меня, я должна была родиться в Италии. Чему? Ну, как чему? Потому что там есть пирожные, макарони. Так. Паста карбонара. Так. И самое главное, самая вкусная итальянская пицца. Ой, вот ты зараз сказала, я зрозумів. Тобі треба попасти в Монтану. Да? Ресторан Монтана запрошує тебе на дивовижні дегустації справжньої італійської піци. Ну, а все найцікавіше зараз розповість маестро. Ciao, mi chiamo Carmine Ercolano, sono lo chef del ristorante Montana. Sono nato a Sorrento e vengo dall'Italia. Come italiano vero, voglio dire a voi come si prepara una vera pizza italiana. La prima cosa sono i prodotti, che devono essere naturali e devono essere italiani. Noi usiamo la farina Caputo 00. Pomodori pelati Rosanna. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.
e mozzarella campana. Cuociamo la pizza nel forno a legna e ci vuole, e usiamo un legno particolare con alberi da frutto, in modo che la nostra pizza ha un aroma molto particolare. E poi infine, per fare una bella pizza italiana, ci vuole un vero pizzaiolo italiano come me. Слушай, а знаешь, в нашем городе есть место, куда я заезжаю регулярно, практически каждую неделю. Ти знаєш, тут складно здогадатися, але я спробую. Ну, попробуй. Мені здається, йдеться про місце, в якому живуть найякісніші в світі матраци. Ти правда? Как-то так сразу угадав, как будто бы мы с тобой об этом договаривались. Тобто йдеться про Матрамаркет. Исключительно комфортная торговая марка «Авиланта» динамично развивается, учитывая все ваши вкусы, предпочтения и требования. И именно сегодня, друзья, поэтому я приехала в «Матрамаркет» для того, чтобы познакомить вас с очередным чудом от торговой марки «Авиланта». Уникальность этого матраса заключается не только в его наполнении, но и в замечательном чехле. Это аэрочехол, друзья, со специальной сеткой для того, чтобы ваш сон был не только комфортным, но и приятным. Премиальная марка Royal Firm Mattress фабрики Avelanto выгодно отличается от всех существующих конкурентов на мировом рынке сразу двумя вещами – handmade качеством и инновациями. Секрет стремительного развития фабрики Avelanto – это доверие клиентов профессионализму компании. Огромное количество трудовых часов и средств тратится специалистами Avelanto на подбор и тестирование правильных и лучших компонентов по всему миру. Для производства одного качественного матраса сырье приходится импортировать из 10-12 стран. От качественной швейной нити до новейшего дышащего Талалай мемолатекса. Данная модель матраса – это еще одна новинка, которая благодаря многослойности дает возможность специалистам-консультантам подобрать оптимальный матрас для каждого в премиум-сегменте. Исключительно качественные матрасы торговой марки «Авеланто» представлены в магазине «Матрамаркет» по адресу улица Мироносецкая, 94. Слушай, вот скажи мне, пожалуйста, ты маму мою на 8 марта поздравил? Забыл. Забыл. А кактус мой полить? Забыл? Снова забыл. Забыл. Ладно, детей из садика забрал? Ну, забыл. А знаешь, как это называется? Як? Это называется амнезия. А я тобі так скажу. Скажи мне. Насправді амнезія так називається магазин жіночого одягу. І якщо коли-небудь ти прийдеш туди разом зі мною, ага, повір, я нічого не забув. Даже кошелек? Хіба що. Только с приходом весны, дорогие девушки и женщины, мы с вами начинаем методично бегать по магазинам в поисках чего-то нового. И что я могу сказать, исходя из своих наблюдений? Только магазин «Амнезия» одел, обул, нарядил и еще пару кофточек в придачу. Так, на всякий случай, в конце концов, весна пришла. С приближением первых весенних дней в душе каждой женщины появляется желание одеть что-то новое, красивое и яркое. И тут на помощь приходит магазин «Амнезия», который находится в самом центре города на улице Петровского, 24. В магазине «Амнезия» представлена новая коллекция весенней одежды, которая не сможет оставить равнодушной ни одну девушку. Женщину женщиной делает платье. Об этом говорит нам старая поговорка. А в преддверии замечательного женского праздника дня 8 марта магазин «Амнезия» рад представить вам большой ассортимент платьев совершенно разных моделей и разной длины.
Платье для ужина в ресторане или для вечеринки в клубе, для семейного ужина или для первого свидания. Магазин «Амнезия» сделал все для того, чтобы вы нашли именно то платье, о котором всегда мечтали. Также магазин «Амнезия» представляет вашему вниманию огромный выбор джинс и лосин, кофточек и футболок, плащей и кожаных курток по очень приемлемым ценам. Приходите в магазин «Амнезия» и встречайте весну в новом и необычайно красивом образе. З чого починається підготовка до будь-якого концерту? Звісно ж, з налаштування апаратури. Євгенія, співачка, захоплюється вивченням англійської мови, мріє познайомитися із Анджеліною Джолі. Сергій, 24 роки, барабанщик, все життя присвячує музиці, мріє попрацювати із Бейонс. Віталій, 29 років, піаніст. Його мета – прищепити своїм дітям любов до музики. В'ячеслав, 23 роки, бас-гітарист. Хоче вільно володіти кількома іноземними мовами та багато подорожувати. Музиканти та інструменти готові, але у нас до початку концерту залишилося достатньо часу для того, щоб прогулятися по Дафі і набратися сил. Зимові розваги завжди переносили людей у чарівництво свята. І навіть коли на вулиці тепло, так приємно поринути у веселощі на льоду. Навеселившись від душі, наші герої приймають рішення готуватися до концерту. Ну что, друзья, перед концертом мы получили много положительных эмоций, но это не все. Остается бери воплощение. Ну тогда я отправлюсь в салон красоты. Ну а мы за одеждой. Давай зустрінемося в Дафі. Понадусе усі бажання тільки Дафі. Тут модно все. Оновлюємось разом з природою. Поспішай, зустрічай нові колекції в улюблених магазинах. Одяг та взуття відомих торгових марок. З колекції «Весна-літо 2013» чекають на тебе за адресою метро Героїв праці. Торгово-розважальний центр Дафі. Тут модно все. Я для вас предлагаю сделать рабочий беспорядок слегка, но при этом будут присутствовать женственные формы. Витончена краса не тільки надає дівчині впевненості в собі, вона змушує навколишніх людей звертати на неї увагу. Женя, сьогодні ми тобі зробимо макіяж смокі, виділимо глазик, зробимо його більш виразительним і ярким. Поки наша героїня перевтілюється, хлопці вирушили за вибором одягу. Сереж, ми підберемо тобі удобну одежду, оскільки ти граєш на барабанах, щоб тобі було комфортно. Я предлагаю выбрать что-то из таких цветов, как бордовый, синий, голубой, оранжевый, те, которые сейчас в тренде. Так как сейчас весна, я хочу, чтобы ты был немножко яркий. Run away, run away, baby, before I put my spell on you.
Ось ми і дочекалися результату. Фахівці салону краси попрацювали на славу. Залишається обрати сукню. Женя, ми подобрали тебе три образа: сценический, романтический и повседневный. Во всех этих образах ты будешь просто неотразима. Ну що ж, образ наших героїв повністю готовий. Їх чекає сцена і глядач. Запорукою гарного виступу, звичайно ж, є чудовий настрій і теплі відносини в групі. Недарма наші герої відпочили перед виступом, адже, як бачите, позитив на фудкорті забезпечений. You belong to me. Отлично время провели. Спасибо, что вытащил. И чаю, кофе попили. И вкусненько поели. И по магазинчикам, так сказать, прошвырнулись, кстати, на обратном пути. И еще кое-куда заскочу. Жінки, жінки, вам бы только чего-то смачненького поїсти и на зворотнем пути, как ты кажешь, что-то еще в каком-то магазинчику купить. А проблемы світові. Вас Ой, цікавлять? Нас взагалі не інтересують ніякі проблеми, лиш би весна побыстрее прийшла. Вона, до речі, вже прийшла. На цьому ми, власне, і кажемо вам до побачення. Настя Демідова. Блэкджек, і головне, не забувайте, ви не настільки багаті, щоб покупати дешеві речі. Особливу подяку ми висловлюємо буфету ресторану «Блінов», де ми сьогодні і знаходились. Ну, а ось тепер традиційно. Угу. Залишайтесь примхливими.